благовестие Израилю и всему миру. -хашем? На иврите это значит «Да будет благословенное имя Господа». Пусть Бог благословит вас. Мы рады видеть вас сегодня. Синтия, я очень рад, что сегодня ты со мной. Рад, что ты можешь поделиться чем-то со зрителями и благословить их. Это так чудесно. Я так рада, что зрители присоединились к нам. Мы хотим, чтобы наши зрители приняли то, что мы подготовили для них, и они смогли услышать, Господа еще яснее Его слова. Да, если мы поможем людям увидеть Божие призвание на их жизнь, то мы будем успешны в служении. Все дело в Иисусе и Боге Отце. Отче, мы провозглашаем благословение над всеми нашими зрителями. Отче, я молюсь, чтобы Ты открыл их сердце и подготовил их к принятию Твоего Слова. Отче, спасибо, что ты делаешь намного больше того, о чем мы просим тебя или помышляем. Во имя Иешуа мы молимся. Сегодня мы продолжим изучать апостольские молитвы. Я хочу, чтобы мы снова открыли послание к Колосиным, первую главу. На прошлой неделе я рассматривал 9 стих и хочу продолжить сегодня. Отче, мы просим, чтобы Ты наполнил нас духовной мудростью и познанием Твоей воли во имя Иешуа. Вы слушайте Слово Божие и найдите применение в своей жизни. Дух Святой двигался над поверхностью воды, как мы читаем в Бытии 1 главе 1 стихе. И сегодня мы продолжаем двигаться в своем творении. Писание говорит, что глаза Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, кто свят и посвящен Ему. И когда мы читаем Божье Слово, Бог смотрит на нас. Он дал нам свободу выбора. Он ищет того, кто осветит свое сердце в Духе Святом, чтобы вложить в его сердце то, что он хочет дать по богатству своей благодати. Будьте готовы к тому, что Дух Святой откроет вам нечто новое. Ну а теперь выслушайте Слово Божие. В нем сказано, «Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Я говорил об этом в прошлый раз. Но я хочу уделить несколько минут, прежде чем обратиться к следующему стиху. Потому что мы часто пролетаем стихи, не получая того откровения, которое Бог желает дать нам через свое Слово. Он говорит, что Слово Божие живо и действенно, а жизнь дает нечто новое. Вы можете получить новое откровение, даже из писания, которое знали в прошлом. Вы могли читать это место 20 или 30 раз, но внезапно вы слышите его, и вот вам открывается новое откровение. Бог сделает это сегодня для вас, когда мы будем вместе изучать Его Слово. Я хочу поговорить об осознании. Вы только послушайте, что говорит об этом апостол Павел молю, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Если вам дают мудрость и разумение, познание Его воли, как молился Павел, то разве это не означает, что у вас появляется определенный уровень осознания? Вы осознаете реальность, Путь. Это осознание позволяет вам двигаться в свете. Я говорю об этом потому, что сейчас человечество в целом теряет это чувство осознания. Оно отвлеклось на материализм и потеряло себя в веке современных технологий. Если мы хотим найти Бога по-настоящему, чтобы живые воды текли в нас, то мы должны проводить с Ним время, отсоединившись от мира. Мы должны проводить время в молитве, размышлении, разговоре с Ним, чтобы Он развивал в нас духовную мудрость и открывал свою волю. Ведь если мы не остановимся, чтобы провести время с Господом так, что ничто не отвлекает нас, мы зайдем в воду лишь по щиколотку. Мы читали слова пророка, который пошел в воду. Сначала он лишь поставил ногу в воду, и его палец коснулся воды. А потом он начал углубляться. Вода поднялась до лодыжек. И Иезекииль пошел дальше, и вода поднялась уже до колен. А в итоге вода поднялась до головы, и вообще захватило его. Он видел, что вода давала жизнь всему. Так и с нами, возлюбленные. Что мы будем делать со своей жизнью? Мы потеряем ее, гонясь за вещами этого мира? Или мы будем развивать в себе способность принятию глубин Божьих и будем углубляться в воду Духа, мы понимаем, что вещи мира не могут удовлетворить нас. В них нет жизни. Люди должны понять, что настоящее удовлетворение и радость приходят тогда, когда мы окунаемся в глубины духа. Павел молится о том, чтобы мы наполнились мудростью и пониманием для познания нашего Бога. Чтобы развить это, понадобится дисциплина и усердный труд. Нам понадобится кавана, сосредоточенность. Мы должны в первую очередь развивать отношения с Хашемом. Хашем — это Бог на иврите. Ха — это Шем — имя. Когда мы говорим Хашем, то говорим об имени. У Бога нет начала или конца. Он больше нас. Мы познаем Его своим существом, но не в состоянии познать всю его сущность, потому что он безграничен. А вот почему в Исаии 6 главе ангелы падают перед престолом Божиим и говорят «Святой, святой, святой». Они переживают новые волны Божьей славы. И каждый раз это поражает их по-новому. Бог всегда творит новое. Он дает жизнь вечную. И сегодня я хочу, чтобы мы поняли, что видимое временно. Но если мы будем искать духовных вещей, если мы поймем, что Бог явился во плоти, в образе Иешуа, чтобы привести нас в мир духа, а не оставить воплотить. Он не желает, чтобы мы поклонялись образом доктрине, своей церковной культуре. Он желает, чтобы мы шли за ним, выходили за рамки культуры. Даже если вы христианин, Бог желает привести вас в новое место, так как он сделал с Авраамом. Скажите, а где это место? Это место в нем, это путешествие, и мы будем углубляться в сферу духа, когда будем ставить его на первое место, оставляя все позади. Мы будем идти за ним, приобретая мудрость и знания, необходимые для того, чтобы действительно знать Бога и жизнь вечную. Глаза Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, кто свят и посвящен Ему полностью. И когда мы читаем Божье Слово, Бог смотрит на нас. Ведь Он дал нам свободу выбора. И Он ищет того, кто осветит свое сердце в Духе Святом, чтобы вложить в его сердце то, что Он желает дать по богатству Своей благодати. Будьте готовы к тому, что Дух Святой откроет вам нечто новое. Не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил тем, кто любит Его. А нам Бог это открыл Духом Своим. Очень важно, чтобы вы научились стоять по вере в Слове Божьем. Мы должны победить свой страх перед дьяволом и перед злом, и делаем мы это посредством Слова Божьего. Послушайте, что сказал Иисус. «Я дам вам власть над силой вражей, и ничто не повредит вам». Ничто. противостаньте дьяволу. Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. Подведите эту женщину сюда. Вы видите эту женщину? Сейчас мы изгоним из нее беса. Иисус ходил, проповедуя Евангелие, исцеляя больных и изгоняя бесов словом. Посмотри на меня. Я приказываю тебе, сатана, уйти прямо сейчас. Да, посмотри на меня. Да, посмотри во имя Иисуса. Во имя Иешуа. Я хочу задать вам вопрос. Я часто говорю, Господи, очисти меня от всякой религиозности. Очисти меня от всех религиозных вещей и слов. Я считаю, что сегодня христиане не ходят так же, как ходил Иисус. У нас есть свой язык. Многие говорят ⁇ Аминь ⁇ просто так. Они говорят его просто, чтобы заполнить пробел. У нас есть религиозные термины и все остальное. Я прошу Господа, очисти меня от всего этого. Я не хочу быть связан культурой, связан плотью, связан церковностью. Я хочу ходить в духе. Я хочу знать Иисуса в духе и истине. Сам Иисус сказал, что поклоняющиеся Отцу будут поклоняться Ему в духе и истине. Но давайте продолжим нашу тему. Мудрость и понимание. Что нам нужно? Нам нужно оставить свое место. Мы должны поступить как Авраам. Мы должны быть готовы оставить комфорт и пойти туда, куда вас ведет Дух. И тогда мы наполнимся познанием Его воли, мудростью и разумением. Павел говорит в десятом стихе, что это нужно нам для того, чтобы поступать достойно Бога. Мы хотим быть владельцами своей жизни. Мы хотим сами выбирать. Мы пускаем Бога в определенные сферы. Но часто мы не пускаем Бога в другие сферы. Боже, я послушаю Тебя здесь, но не говори мне о том, что происходит там. Пока у нас остаются эти границы, мы не сможем углубиться в Бога так, как Он того желает. Наш бунт, наш отказ, наш страх, наше упрямство не позволят нам углубиться в сердце Духа Святого. Павел говорит, что желает дать нам духовную мудрость и понимание. Он говорит, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Иными словами, Цель в том, чтобы угодить Господу. Если мы пытаемся удержать контроль, мы не достигнем того места, где нас желает видеть Бог. Мы должны достичь этого по благодати Божией и понять, что у нас нет выбора, что мы не свои, что мы не принадлежим себе. Мы принадлежим Иисусу, который умер и воскрес за нас. А это означает, что мы должны считать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Пока мы по благодати Божией не отдадим свою волю Ему, пока не начнем угождать Ему, пока не оставим всего, за что держались, и не хотели отдать Ему, мы не сможем полететь в Духе Святом. Мы не сможем окунуться в воды живой воды. Опять же, это вызов для нас с вами. Это касается нашей культуры и нашего сердца. Это сферы нашей жизни, которые мы не готовы отдать Богу. Возможно, причина кроется в страхе или недоверии. Мы не доверяем Ему свои финансы или свое здоровье, но мы должны отдать это Богу. Мы должны сказать. Боже, я верю, что ты есть, и ты работаешь в моей жизни. Твой дух поддерживает каждую клетку моего тела. Я был зачат в тебе, ты заботишься обо мне каждый день с любовью. Я верю, что ты реален, ты любишь меня. Ты заботишься обо мне. Ты желаешь мне лучшего. Отец, я доверяю тебе все. Что бы ни было, я буду доверять тебе. Недавно я был в поездке и ехал по дороге, в которой были большие ямы. А рядом с ямами были также большие камни. Я ехал по этой дороге сам. Это было в Колорадо. Я понимал, что это худшее место для того, чтобы пробить колесо. И знаете, что случилось? На середине пути я все-таки пробил колесо. Но знаете, что я сделал, когда пробил колесо? Я сказал Бару Хашем, что означает благословен Господь. Отчи. Я принимаю это из рук Твоих. Я верю, что все, что Ты используешь, это все во благо мне. И что бы ни случилось со мной, Ты обратишь это во благо. И многое из того, что я не вижу, на самом деле тоже происходит благодаря Тебе, потому что у Тебя есть цель и замысел для меня. Возможно, сейчас все это скрыто, но у вас есть цель, которую вы должны явить. И вот я оказался один на дороге с арендованной машиной. Мне нужно было искать все принадлежности, самому разбортировать колесо. У меня даже не было домкрата на тот момент. В багажнике его просто не оказалось. Но я сказал, «Да будет благословен Господь». «Отче, ты со мною». Это случилось не напрасно, а я поблагодарю тебя за это. И Библия говорит нам, «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе, Господе нашем». И вот я сказал прямо там, находясь в этой пустынной местности, ⁇ Отче, я буду радоваться, потому что ты обратишь все это во благо, возлюбленное. Вот чего желает наш Бог. Это то разумение, о котором говорит Павел в 9 стихе. Оно нужно нам, чтобы угождать Ему. Мне нужна мудрость, чтобы понимать, что все идет от Хашема, от нашего Бога, и Он все может обратить во благо. И имея эту мудрость, я могу быть благодарен Ему. И когда я менял колесо, то благодарил Его в трудной ситуации, тем самым угождая Ему. Вы только послушайте, что сказано в Священном Писании далее. Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Я получил мудрость, чтобы понять, что все приходит от Бога, или что Он может использовать все во благо. До появления мира была тьма. За все, через что мы проходим, время света и тьмы, мы можем быть благодарны Богу, зная, что Он дарует жизнь. Я поблагодарил Его, и тогда я принес радость Ему, потому что доверился Ему. Имея мудрость и понимание, мы можем ходить в Его воле и угождать Ему буквально во всем. Павел молится о том, чтобы мы наполнились мудростью и познанием Его воли, чтобы ходить достойно нашего Господа, чтобы угождать Ему в каждом дне нашей жизни. Это воля Божия для вас, возлюбленные, во Христе Иисусе. Очень важно, чтобы вы научились стоять по вере в Слове Божьем. Мы должны победить свой страх перед дьяволом и злом Словом Божиим. Ничто не повредит вам. Уповайте на Иисуса и живите. Мудрость Божья, вы можете довериться сегодня Ему. Он даст вам мудрость для следующего испытания. Как это было с Рави на той дороге. Он дает мудрость Божью, когда это было с тобой тогда. И мы можем принять ее от Господа, принять эту мудрость. Да и аминь. Если вы ее примете, вы будете успешным, самым успешным. Нам действительно нужно сверхъестественное откровение о его воле и мудрость, чтобы сделать это. Если у кого-то пробьется колесо на такой дороге, то такой человек испугается, будет раздражен, он начнет ругаться. Но так как я знал волю Божью и доверял ему, я смог выйти из машины благословить имя Господне и спокойно поменять колесо. И вот что произошло. Я сохранил мир в своей душе. И вот что позволило мне сделать это. Я поверил, что все, все, что происходит в нашей жизни, приходит от Него. Я ощутил в этом цель. Да. Я говорил, что Бог может использовать все во благо. И вспомнил, как Моисей молился Богу. Он просил Бога показать ему славу. Бог сказал Моисею спрятаться за камнем. Господь пришел и провозгласил свое имя над Моисеем. Он сказал, ⁇ Я милосердный и терпеливый ⁇ Эти слова происходят от еврейского слова ⁇ Рахум ⁇ А это слово, в свою очередь, происходит от слова, означающего утробу матери. Когда вы находитесь в утробе матери, вы находитесь в полной безопасности. Так и Бог желает, чтобы мы поняли, что мы в безопасности в Нем и так всегда будем. И даже когда мы сталкиваемся со злом в нашей жизни, мы в абсолютной и полной безопасности в Нем. Да, да, это правда. Бог давал мне видение о том, что в нем мы как в яйце. Это как утроба, внутри которой живые воды. Мы окружены живыми водами Божьими, когда мы в Иисусе, в Его крови. Мы защищены в утробе Божьей. Он открывает нам это через испытания, когда ты был на той дороге, то прошел испытание, и теперь ты знаешь это. Он был с тобой, Господь, и Он дал тебе все необходимое. И мы знаем, что Он верен, и мы можем, можем довериться Господу, довериться Ему. Он никогда не подведет. Аминь. Я хочу поблагодарить Господа за тебя, потому что Бог использовал тебя для того, чтобы поместить меня в утробу Его любви. Он использует людей, чтобы окружить своей любовью. Ну и в завершении мы говорим вам, Баруха Шем, да будет благословенно имя Господа. Мы желаем вам всего наилучшего в жизни. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В Книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет Свое имя на них и благословит их. Ya'er Yahweh, panavei lecha, vi'chunecha. Yisar Yahweh, panavei lecha, ve'asem lecha. Shalom. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит тебя и соблюдет. Пусть осветит тебя сиянием лика своего, явит милосердие. Пусть Отец, Владыка Твой, возрит на тебя светлым взором своим, и пусть снова дарует мир любимому чаду. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам двери для слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Узнавая еврейского Иисуса» служит Израилю и миру. Это программа последняя в серии «Апостольские молитвы», часть третья. Если вам понравилась эта серия и вы хотите приобрести ее, заходите на наш сайт. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране. Или позвоните по номеру которые вы видите на экране и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Мы ждем вас. Сегодня мы говорили о хождении в мудрости. Мудрость влияет на многие сферы нашей жизни. Мудрость должна влиять на нас в вопросе финансов. Истина в том, что если мы почитаем Господа финансами, то ставим Бога на первое место. Глупо не почитать Бога своими финансами. Господь обещает нам, что если мы будем давать Ему финансы, то он изольет благословение с небес, причем изольет их до избытка. А когда мы не почитаем Господа финансами, то нам не хватает мудрости, потому что так мы закрываем свое сердце от Него. Если это служение благословило вас, если вы считаете, что это служение от Господа, Тогда откройте свое сердце и пусть Дух Святой проговорит к вам. Если Бог побуждает вас пожертвовать на это служение, пожалуйста, послушайте с Его. Ведь вспомните, что послушание гораздо лучше жертвы. Но в этом Новом Завете у нас есть и послушание, и жертва. Вас ожидает великое благословение. Как стать нашим партнером? Отправьте пожертвования, не облагаемые налогом, на адрес, который на экране. Пожертвовать онлайн можно, зайдя по ссылке нашего сайта. Пожертвовать через кредитку можно по телефону, который на экране. Или же отправьте смс на данный телефонный номер. В знак признательности мы отправим вам аудиопроповедь месяца и свежий вестник. Благодаря вашему дару Израиль и мир спасутся, исцелятся и получат освобождение через телевидение. Интернет и массовые богослужения. Многие были верны Господу через свои даяния. Кто желает пожертвовать финансы и имущество служению еврейский Иисус, зайдите на наш сайт. Откровение сегодня для лучшего завтра. Смотрите программу ⁇ Узнавая еврейского Иисуса ⁇ на своем носителе. Подпишитесь на наши обновления. Следите за нашими новостями в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и подпишитесь на нас в Ютубе. Присоединиться к служению ⁇ Узнавая еврейского Иисуса ⁇ очень легко. Будьте с нами!